Скажи пачку, Наташа, если звонит мне по телефону. Наташа, ну как ты себя чувствуешь? Я говорю, да ничего, ну ты не выходишь. Я говорю, ну, Саш, я говорю, выхожу иногда, но все равно боюсь, как когда на росу. А он мне говорит, ой, не такую ты работу взял. Низкий тебе поклон. Я говорю, Саш, ну это уже слишком. Низкий тебе поклон, Любаша. Я чуть не упал со стула. О, смотри, поляночек. Ага, хороший. О, видал, все, вот тебе прижаривает уже. Старался. Прижаривает. Воды вот одну зону. А здесь уже совершенно другое. Как ты. На нашу собачку маленькую. Здесь комаров столько. Комары, прям одни комары. Будут как курочки гриль. Чего? Как курочки гриль. Да, они же я смотрю, какие-то. Поджаренные. Поджаренные. Да, при таком солнце, конечно. Можно поджарить все стоит. А ты чего без шапочки, мам? Да, здесь. Давай, одевай шапочку. Я там пошла. Одевай, ничего. Одевай шапочку. Я там пошла ничего, а тут туда поджарили. Давай, давай, стоишь, mm-hmm. Что тебе? Да, извините, не Давай переждем, чтобы проехали. Остановись.
давай пропустим отель. Ладно. Пусть пройдут. Такого корабля я еще не видела. Здорово сделали рыбку, прям красиво. Вон, смотри, корабль, как пиратский. Смотри, какой плывет, как пиратский корабль, мамой. Как пиратский корабль. Видела? Прям промчалась, да? С такой скоростью прям промчалась. Прям как ракета, да. Держи, подержи вот так. Вот так держи. Угу.
Столько много парусников, да? Прям один за одним. Пошла и опять забыла одеть свои вьетнамки. Я говорю, все ноги отбила, пошла опять забыла тапки одеть. Тапки одеть забыла. Смешная я. Платочки было лучше? Нормально. Нормально? Да, она как банданка. Такая штучка. Пройдут сейчас люди. Мы уже с тобой из одной тарелки поели, так что не переживай. Да. Все тарелки вместе сложили, все вилки вместе, все в один пакет. Так что теперь можешь целоваться. Да. Всю еду в один пакет сложили, понадкусывали и сложили. Поняла? Есть самолет? Да, как и раньше. Все как раньше, мамыш, видишь? Ну что? Да все, то же самое, что и у нас, мама. Это все раздувает. Все раздувает. Мне кажется, раздувает, потому что... Потому что, Лен, четко ничего не знает. Откуда, да, кто чего... Они болтают и болтают. Кому что хочется, тот и болтает. Да. Точно. Ой, смотри, какая собака. Вот это да. Вот это собик. Это собик. Колоритный. Да? Колоритный собик. Хорошо ты придумала эту штучку повязать. Ну да, хорошо, хорошо. Прям ходи, а так я спокойненько хожу, никому как не делаю. Да, конечно, нет, это само собой. Вроде не облежно. Ну нет, оно хорошо, оно, знаешь, и небольшое, в то же время так. Я все искала, искала, думаю, какой-то у меня костюм. А потом смотри, лежит, только для какого-то удобного. Небольшая, не болтается. Ну да. Не скользкая такая. Самый раз. Ну пойду я быстренько пройду. Ладно? Давай. Там народу.